пятку сейчас уколю. Отойди. Бла-бла, опять там всем угрожает. Лицом. Так. По сегодняшнему ивенту. Ивент сегодняшний будет такой более развлекательный, но плюс еще в нем то, что кто не играл за гренадера, поймет, как он работает, как оно выглядит, как оно смотрится, как его прицеливаться, и потом будете хотя бы иметь понимание, как работает гренадер на очень дальних расстояниях, как им хотя бы пробовать что-то делать. Все, кто не знает, на X можно выставлять себе дальность. Здесь вам понадобится дальность стрельбы с подствольного гранатомета, вот этого, что у вас будет на этой карте. Откройте свою карту все. У вас есть черты, вот синяя черта, в которой мы находимся. Вот такой прямоугольник получается. По этому прямоугольнику, что с одной, что с другой стороны, разбросаны патроны. Можно пополняться сколько хочешь патронами на этих, на припасах. На припасах можно сидеть. Не разрешается стрелять, все остальное разрешается только стрелять с гранатомета и резать ножом либо штыком. Вы убить противника можете только либо штыком, ножом, либо с гранатомета. Больше всего не разрешается. Не разрешается. Не стреляйте, но человек говорит. Народ, ты бей. Кстати, есть вопрос, а обычную гранату можно использовать? Нет, убейте меня, пожалуйста. Влады. Жека, шприц можно использовать? Своих поднимать можно, да. По окончанию играется два раза на два раза. Одна сторона играет за два раза за британца, другая сторона играет два раза за британца. Каждый поиграет два раза за ту сторону, на которую они играют. Жизнь одна после смерти. Что да, делать? После смерти жизнь одна. Выигрывает. Появляешься на МСПИХе и никуда не идешь. Да, у вас типа одна жизнь. Если все закончится очень быстро, сами решим, будем ли мы еще раз пробовать дальше раунды после четырех главных, которые пройдут, либо будем расходиться. По сути все. На карте вы видите, где у вас находятся припасы. Стреляя, вам надо понимать, сколько у вас остается гранат, и когда вы захочете атаковать противника, надо понимать, сколько у вас припасов. Это первое. И второе, что если вы видите противника, который постоянно лежит на припасах, надо концентрировать огонь в первую очередь на нем. И второе, что лежать на припасах, говорю сразу, что будет очень опасно и неэффективно, как мы, на мое усмотрение. Обычно не можно выходить и сидеть в кустах вдоль этого прямоугольника. Можно находиться только в траншее, который идет по радиусу этого прямоугольника. Выходить также нельзя. Подожди. По воде вот этой можно идти, так? Да, правильно? Входить в саму траншею. Хорошо. Но выходить за куст нельзя. И в куст вставать, прятаться тоже нельзя. Все расходимся, я сейчас перезагружусь. Обычные гранаты нельзя использовать, да? Нет. Только штык, либо... Нож и гранадер. Понятно. То есть можно обойму разрядить и штык насадить. Винтовкой пользоваться нельзя. Нет, только гранатами. Винтовкой стрелять пулями нельзя. Стрелять нет, да. Поэтому у меня обойма пустая. Лост, уезжай. Гамонами тоже нельзя, да? Нет, гамонки тоже. Если хотите, можете разойтись в эти две команды, пока по Дискорду, и координироваться. Да, и это самое. Да, я Танике дам сигнал, чтобы когда он напишет желтым или красным сверху старт, это означает, что началось. Угу. Да. Давайте, кто там за бриф? Здесь уже останемся. Ну или давайте. Сейчас отойду на парочку.
Так, британцы остались, да? Кто еще? Все тут? Ну, да, да, вроде. Шесть. Значит так, ребят, сразу же, как только вы переключитесь сейчас на этот гранатомет, нажимаете правую кнопку, зажимаете X, только тогда выставляется дальность. Вы готовы, парни? Да. Сейчас, подожди, в общем, выставляется дальность только да, на X. Когда один, только два, когда три, вот ты нажмешь правую кнопку, у тебя будет значение меняться. Сидите все в куче, потому что граната, когда падает, она будет забирать по сплэшу очень сильно. Старайтесь находиться один от другого как можно дальше. И раз, это самое. И надо фокусировать нашу огневую. Ну, как минометами считать, что стреляешь. Все, отсчет пошел. Сразу пристреливайтесь, откиньте хотя бы по одной гранате на максимальной 250 и выше берите. Подожди, ты рано побежал, это отчет. Рано ты побежал, баба. Да, блять, три, так что отчет, Паша, ты же сказал отчет, блять. Ну, 1, 2, 3. Пиздец. Все, старт. Ну, типа старт, это старт. Да. Ты сказал, ох, ебать, ох, сама. Снимает кто-то или нет? Да. Ну я сейчас сохранил последние 5 минут. Я записываю сейчас. А как можно, чтобы у них кто-то погиб? Все будет, все напишут. Напишут. В кусты налево побежал. Налево уходит, да. Ой-ой. Вон они кучкой концентрируются. Давайте туда заходим. Рано ты туда, конечно, рванул. Да, да, есть такое. Насколько близко к нему подходить-то? Ты можешь прям штыка резать. Или куда ты, куда подходить? Ну, к ним, вплотную, да, можно? Да, да, хоть, да, да, если выйдет, подбегай. Если, да, у тебя получится, если у тебя получится, пробуй. Не, я понял, понял. Я думал, просто попробуй. Может быть какая-то линия есть, ограничение между нами. Просто все держатся возле припасов. Ну. Мы пошли в контакт на бой. Сними, если есть. На 100 метров. Да нет смысла в штыковую, это просто, они тебя с гранат ебанут. Своих поднимают. Ох, еба, по мне кто-то пристрелял. Я окончательно труп. Возле подбегает, Игорь, к тебе, к тебе вплотную подбежал, режет тебя, блядь. Он тебя зарезал меня, или меня, нет? Да, зарезал меня. Я бинтовался.
На МСП можно стоять и смотреть, да? Да. Угу. Прятаться в кусты нельзя. Слота сейчас обходит слева по краю. Ты один остался. Слева так, да. Блять, вы серьезно нахуй? Как вы так умудрились? Он, по-моему, кстати, тоже один остался. А он один остался? Блять. Был красиво. Как вы могли так слиться? Ой, наверное. А что, сколько? Один раз можно, да, восстанавливаться? Да. Одна жизнь дается, да. Одна жизнь. Ну, понял. Союзник может резать? Да. А, может. А ты откинулся, да, значит, сразу? Человек откинулся, я хотел его поднять, а меня это... Я не откинулся, я ждал, тебя убили, потом я откинулся. Да, меня убили, я говорю, поэтому... Так, а мы хоть кого-то там убили у них, нет? Ну, я, по-моему, двоих точно накрыл. Не знаю, потом подняли их, не подняли. Я даже нашу эту расхерачил по центру, которая... Распределитесь немножко, уйдите, кто-то с нижнего, кто-то с верхней должен быть. Чтобы был перекрестный огонь. Сразу расстояние выставки на 250, туда на максимум. Дальше будет видно. Вот от середины я стрелял 150, до них попадает туда. Где у нас стоит эта защита построенная? Там набор только один остался, там один игрок остался. Один, да. Почему их пять? Видите этот отсчет. Лост, а лост сейчас перезаходит. А у нас это сломано. Кто? Бочки. У них тоже сломано. Пойду я покопаю. Нет, копай. Там нету смысла за ними почти сидеть. Но все равно. Знаешь, все равно. Ой, всем по местам уже. Как-то Даньке это сказать, что типа... Возвращайтесь, ладно. Наверное, да? На эти бочки. Возвращайся, Игорь. Ну подожди, он уже, видишь, туда побежал. Один же... Вернись, блядь. Так это отчет пошел. Еще не пошел отчет. Я сказал. Пошел. Копайте баррикаду, копайте. Хп не помню. А эти боеприпасами повреждаются? Не знаю. Да, да повреждаются. Но очень слабо их. Очень трудно уничтожить. Трудно, я понял. Угу. Динамит даже не взрывает вот эту хуйню, пополняшь. Они тоже, я так понял. Они копают. Тоже побежали, да-да-да. Глядя на те. Ну вот смотрите, до центра где-то ровно 250 получается, да? А, нет. Как около 200. По тактике что лучше, сидеть или сближаться постоянно? Сидеть, сближаться не выйдет. Ну, только когда у вас там останется один на один, там, или что-то, ну, когда патронов ни у кого не будет. Да, граната они... просто решит вообще мгновение. Они закидают тебя гранатами. Так, конечно, можно было бы пойти ножами резаться. Не, это не вариант был. Ты пока бы туда бежал, он бы пополнился уже, и пока ты добежал бы, он тебя гранатами ебанул бы. Не, ну кто-то же кого-то зарезал, да? Да, ну, меня подбежали. Нашего Игоря зарезали, да. Ну я его потом туда гранату закинул, его разорвал. Так, два. Ох. Бля, они уже гранаты пошли, давай. Они уже так. О,
бабла, я в рукопашку пошел. Нахуя ты сольешь-то? Одного разорвал. Никогда не обращал внимания, что ее гранаты видно хорошо. Да. Да, летит видно. И нашу пополняшку хорошо видно, а их нет. Справа по кустам обходят. Прям кусты заходят или там, они там ручейком идут? Ну, фиг знает. Ручейком, скорее всего. Ребята, кто гибнет, говорите, если что, справа, слева. Да, я тоже не вижу пока. О, близко подошел. Где близко? Справа. Здесь вот, да, где дым разорвался. Где близко, не могу понять. Все, разорвался, все, разорвал. Убил его, да? Да, его разорвало. Красиво, красиво получилось. Да? Понял. Все, до себя. Нас больше можем по... А, все, все. Один-один. Это последний, который бежал, он был последний? Да, которого взорвали, да? Походу. Да. Так, мы командами меняем сейчас, что ли? Я думаю, еще один забритов сыграем, чтобы было два раза. Ну давайте закрепить, да. Цена последний тогда и... Так что, видимо, в меньшинстве. А у них до них доиграют, по сути. Ну, по идее, да. Игорь, уже все. Так, отчет пошел. Игорь, подожди, надо сказать, что этот наш счет там... Не ходи в кусты туда постоянно. Сейчас, подожди, а я в кустах не сидел, как они делают. Я, так за, ним, я за ним сейчас езжу. Там он отсчет дает, блядь, пиздец. Но это уже три. А что ты хочешь? Так вон он наш, блядь, посмотри, где лазит. Я не заряжен. Там патроны близко. Беги к патронам слева от тебя. Все, закинуть эти кусты. И слева в кустах есть тоже. С левой стороны, ну не в кустах, а слева по стороне, с левой стороны. А, он вдалеке бежит. Разорвал. Ох, попало его там, да. Да, я вам, блядь. В меня стреляют винтовочных патронов, блядь. Меня ранили. Чё, так можно, что ли? Нет. Как? Меня с винтовочных патронов кто попал? Надо быть такими дебилами, блядь. Говорят же, блядь. Да не, нахуй. Тебя убили или нет? Пока убьют. Бля, меня тебя убили. С винтовочного тебя убили или нет? Справа, ребята. Меня нет, справа, я справа, башки очень сильно. Справа, башки, он бежит. Понял. Прямо справа к вам. О, у него патронов нет. Он пустой, он пустой, да. Он с ножом. Вот она, битва титанов. Граната, граната. Офигеть, красота. Еще один в центре прямо. В центре, да, вон у ихней точки. А, есть вот это, вот это да. Красиво. Отлично.
хорошо летел. Где еще? Мелко, правда, видно, но красиво. Где-то еще есть, если не пишет еще. А, все, нет, все. Нормально, раскидал. Все, сторонами меняемся. А. Гибнуть надо, да? Надо как-то закончить, чтобы посмотреть результаты, кто сколько набил. Ну, распаун прописываете. Или гранаты все под ногу. Или... Так, а что они вышли? А, они переходят. Приходим. Наверное, надо построиться, а? Успеть отремонтироваться. Ну, кто поедет отремонтироваться? У нас сейчас должно быть преимущество, немцы перезаряжаются быстрее гораздо. А что их 6 нас 5? Ну один записывает, наверное, или Данька летает, наверное. Да, Данька говорил, уже летает. Это что у нас, 6 Бетчер, да, какой-то, или как он там? Я немецкий не знаю. Катарахтелка это, блядь, ненавижу, когда так бросают. Что, что еще раз? Шнисбехер, там большой смотри. Что, отремонтировать ту хрень или нет, или там да, она да. целая? Так она целая вроде у нас. Они... Ненавижу, когда тарахтит. Бля, они один. А. Давайте сразу распределяйтесь по этой, по зоне. Часть должна быть снизу, часть сверху. Главное посмотреть, где наши ящики лежат. А, кстати, а у немцев немножко труднее, у них максимум 200, а у тех 250. Ну ладно. Это может быть легче лететь дальше. Все или нет? А, все. Три просто, я не знаю. И летит дальше гораздо удобнее целиться. Вообще они по дальности не могут это самое. Я еще не вижу, где они. В кустах. По кустам, да, по кустам сидят слева и справа. Тут где дерево? Там же, а, туда да, же стреляют. Дерево, да, вижу. Двое там бегают. Одного разорвал. У них с респауна бегут или это они там бегут уже? Там не бегут. Кто там накрыл их? Под левое дерево забрасывает. У кого-то разорвало. Давайте под правое дерево. Под правое теперь дерево все.
Здесь проверь. В канаве, прямо перед тобой сейчас будет. Перед кем? Слева, слева. Кинг, слева. Кинг, кинг, слева, да, вот так. Я его подбил, нет? У меня просто закончились гранаты. Ну, походу, немецкую гранату не так хорошо видно. Да, не, хотя я когда был... Ой, блядь, меня накрыло. Лежи, лежи, я лежи, лежи. Я лежу, лежу, лежу. Кинга понесло, жесть. Кей, Кинга, смели. Супермена запустил. А бла-бла, вот от того дерева пролетела тебе граната, я прям видел, как она летела. Вот справа, справа, которая. А по центру кто-то, я не знаю, это наш или нет, по центру. Ну нету там наш. Убил! Красиво, красиво, да. Да, вон полетел. Это у них заслона, предослона. Справа вроде сидит. Справа, справа было. Я не знаю, где он. Я пойду ножом его резать. Прикрывать. Это, наверное, может далеко просто. Где-то там возле своего ящика тусует. Все, пошел его ножом резать. Ты пополнишь, да, на всякий. Да, я пополнился. Здесь идет слева, слева. Слева. Близко, далеко от тебя? Близко, 50 метров. Вот, по-моему, вы классно взяли, да, и две гранаты. А Кинг нафига на машине поехал? Да, все, готов. У них есть еще, походу, кто-то. Короче, скажите, чтобы они не стреляли, задолбали, блин, стрелять с пулемета с этого. Где? Да вообще вот куда-то сверху, сверху. Там это ОС, наверное, херню занимается. Так у них остались еще люди-то? Да они написали. Ну, ребят, ну это элементарно. Если не пишут, значит остались. Странно, просто у них вон толпа уже там, ну. Бла-бла, давай по дереву пару раз. По дереву пару раз. Справа, который от меня. Подальше, подальше, еще чуть-чуть подальше. Все, убил ты, значит, его. Я тебе говорю, он там сидел. Сейчас я даже гляну. Они счет написали, все. Так, а мне надо это... Я умру и появлюсь заново. ХП. Я ранен был. Да, вот он, труп лежит. Кто ранен? Кто ранен сейчас? У кого есть именно ранение, респаун и появитесь заново. А успеете? Вон, блядь, они, счет, они счет уже пускают. Красиво, Эрик, вот этот слева, что был возле пропасов, так расчетился. Да, красава, красава. А, кстати, то, что вот здесь вот у немцев 200 метров, я посмотрел по дальности, ну, так же, 250 метров. Нормально, метров, чуть выше, да, поднимаешь, да, просто, да, ствол. Да, целиться, ага, удобнее гораздо. Да, ну, согласен. Маленькая вот эта. Угу. И перезаряжается быстрее, чем британец. Тоже а мы по тикетам можем сделать что-то или нет? В смысле по тикетам? Типа сменьшить тикет и поставить время. Ну, время я не знаю, как менять. Вот в том-то и дело. А тикеты? Например, поставить 50. Вроде что-то можно было там с тикетами сделать. Вроде была команда. А вот время как не знаю. Ну, вообще, да, интересно было бы с тикетами сделать.
Ну чё, для начала. Все, говорю, счет запускал? Да, да. Попейте водички, пока можете. Вот, вот кто сейчас это сделал? Тебя убило или нет? У меня респаун, меня ранило. Подожди, подожди. Надо обратно. Вот кто выстрелил? Вот, блядь, что за долбоёбы? Говорят, не стреляйте. Вы разрядите обойму полностью. Там что-то разряжать, просто не стреляют. Слушай, ну это не из наших, это оттуда. С это с той стороны пролетело. Да, да, да. Там еще очень далеко для дисциплины, как у немцев, и понимания, это очень далеко. Минута целая ждем. Наорал сейчас. Это все или нет? Стоп. Нет. Нет. Он пишет стоп. Три. Все вроде бы. Все, я готов. Все, уже написали три. Нали. Это с опозданием мне приходит. Все, начали. Что, опять стоп? Чё за хуйня? А мелким слева вот старт пишет, а потом только на большом появляется. Старт, блядь, что, блядь, за хуйня? Не слышу. Возле нас разорвал. Как ты его красиво, сука, пошел резать, а гад. А че он тогда гранатой не ебанул, были бы, ну может, вы видите где-то еще? Да, где-то по правой стороне еще один. Кинг вон слева, в будке поднялся. Слева где, будки. Где? Слева еще раз, где? Возле патронов. Слева с нашей стороны, возле их патронов, двое пробежали. Дальние, да, видишь. Вон, по центру бежит. По центру, да, там слева. Ага, патроны держали. Сейчас к левым патронам подбегает. Прям рядом, ползет, рядом прям. Видишь, Игорь, где? Тут же? Чуть-чуть подальше. Подальше там внутри, в траншеи ты имеешь в виду? Вот куда я стреляю. Кинг с левой траншеи, у нас там один. На углу стоит и... Блядь, накрыло меня. Игорь, попробуй поднять, накрыло. Сейчас попробую.
А где он, справа где-то? Нет, он слева где-то был. Там слева, на углу. Где две траншеи? Ой, слева, справа, я что-то... Справа на углу прямо, на середине, или возле тебя здесь? Был далеко, не прямо рядом. Где-то это был выстрел именно так. Я по противника не вижу, где вообще есть. Слева здесь есть? Где-то есть? Был пока один, да, знаю. Вдали слева. Вдали был один слева. Понял. Не знаю сейчас как. Он там у тех левых патронов все не отходит. От лева. Перемирие. Нам лучше гивапнуться, наверное. Подожди, пока не гивапнуть. Пишет продолжение. Ну реально, сейчас напишет, что следующий раунд, и он типа посчитает, что, блядь, не гивапнуться. У них там что-то MSP, наверное, это самое. Неактивно. Ну, может, неактивно, блядь. А, стоп, нет. Да ничего ж не дано. Дано. У них там две MSP-хи вообще. Мы же к ним вроде так близко не приближали, чтобы у них МСП могло заблочиться. Ну я тоже так. Да. Че вы все верно? Че пристрелю сейчас, сука. Ходи. Вон что-то пригнали у них машину. Че вы там не появляетесь? Мы что, выиграли или нет? Я хуй вас. А чё не в окопе? Потому что здесь кусты, а в кустах прятаться нельзя. Это не как вы там крысы бегаете. Да, я видел, блядь, вас ваших тут в траншеи положили, блядь, крался там. Всё, мы по идее выиграли. Так, я гивапаюсь пока. Гивапайтесь, у кого ранение. Он счёт пошёл. Он опять пишет. Пошли пока, прикроем, пока ребята не встали. Стойте, подождите. Нет, просто меня так это раздражает, тупо не понимают, как можно... Ну, написал, типа, выиграли, старт, все там, да, если... Старт писать, да, если ты, если не готовы. Блять, ну Жека, ты написал один, вот смотри, у меня, блять, еще 12 секунд, блять. Я не знаю, где ты лазишь. Мы уже давно закончили эту самую катку. Да я откуда катку, я знаю, что закончили. Закончили. Можно было перейти. Жека. Ладно, ребят, 10 секунд это 10 секунд. Он написал стоп, они выиграли, блять. Я ебу, что там было. Пока лоб не подлетел и не сказал, блять, что мы выиграли, блять. Это он писать, чтобы ты понимал. Ребята, тогда... слева зашли. Они уже подползли слева. Пиздец. Сильно близко или нет? Слушай, я думаю, где-то от середины. От машины. Вот где у них машина там стоит. Понял.
немецкая. Где ты лазишь, блядь? На карту не посмотрел, блядь, что нас там шестеро. Написал, что готовы, блядь. Я позицию нихуя не занял. Ну вот и, блядь, посливали. Бла-бла, ты разорвал кого-то? Я не знаю, блядь. Вау. Возле меня, блядь. Я своей стороны убил одного. Близко бывать. По траншее тоже бежал. Правая сторона пустая, да? Более-менее. Право я убил только что. Еще вот. Есть еще один, не знаю, убил, кажется. Красиво, красиво, да-да-да, разлетелся, красиво. Двоих, значит. Возле издалек... патронов, возле патронов слева. А, возле наших, их патронов? Да, ну их, но не наш. Я иду по левому. Тут надо построить смотрящую вышку. Блять. Красиво. А где, где хотя бы какая-то информация? Жека, где-то справа. И слева в углу тоже вроде стреляют. Вон по Игорю лупит. Два, скорее всего, залпа было, значит, два человека у него с той стороны. Так бы быстро не успели бы выстрелить. Один. Вот у этой, у ихней, Джека, с твоей стороны, где они там пополняются, тоже такой же подбежал пополняться. С правой стороны есть. Пробуй поднять, а ну, хотя он сюда пристрелен. Попробуй поднять, может, попробуй. Сейчас я обойди вышел. Траншеи. Обойди траншеи глубоко, чтобы они не видели, где ты идешь. Справа уйди назад и траншею спрячься. Только зарядись. Игорь, справа идут по траншеи. Траншеи зашел справа. Да пробуй отойти. Убежать просто. Он прямо перед тобой, Игорь. У них патронов на этой стороне. Во-во-во, туда, да-да-да, туда, все правильно бьешь. Еще он уходит правее. Правее уходит. Вот это взлет! Вот это кадр будет. Так взлетел. Я к тебе ползу. Лучше бы отошел бы к траншеи назад. Я прям с у края лежу, а так будешь через все поле идти. Зачем идти? Какой-то чел был, это самое, пристрелен, я не знаю, убил ли ты его. Он был пристрелен на это место, где он меня. Кстати, по Игорю тоже начинает, он, видно, его заметил. Да, я же говорю, надо уйти на траншею назад. Ну это тот вот у левого ихнего кормушки. Вот он опять подбежал, кормится, подбежал, кормится. Где, слева, справа? Слева, слева, слева. По левую нашу сторону. Ихняя левая кормушка, он покормился и опять в канаву убежал.
Ну уже поздно, он уже отскочил оттуда. Вот видишь, ответочка. Тебе надо уйти сейчас в траншею, и траншею пройти, и он не будет видеть, в какую сторону ты будешь идти. Ко мне подойти попробую. Поднять меня. Я на машину залез, смотрю, с машины так далеко видать. Да они, наверное, так же делают. Ну надо пользоваться. Он опять кормится, подходит кормиться. Да пусть. Мне главное сейчас жуку поднять. Кстати, делают. Так, он покормился и ушел. Опять туда же, на свое место. Влево уходит, да? Да, он в эту канаву вашу левую, но он по канаве не ходит, он оттуда с угла бьет. Видишь, что он ушел? Стреляет сюда по Игорю или нет? Буду. Нет, он сюда не идет, он там остался возле кормушки. Не, стреляет, я имею в виду, куда? Он стреляет в кормушку, в нашу, в тоже левую. Значит, он пристрелен. Вот он сейчас немного левее от вас взял. Да. Ему, видно, кто-то информацию слил, что вы там поднимаетесь. Он опять кормится. Уходим как раз в момент. Он уходит на другую сторону, направо убегает. Он убегает направо, к той кормушке. Угу. Ого, он близко падает. Он встал по центру, опять возвращается к левой кормушке. Опять идет не спеша. Нет. Игорь, только не вместе. Слушай, он что-то тут танцует посередине, туда-сюда прыгает. Между двух кормушек стоит у них там. А человек, я пошел на правую сторону. Да, отходи, сейчас будем просто пробовать. Все, он подходит к левой кормушке. Фокуситься сейчас будем. Пока мне надо пополниться, у меня один остался стоять. Да, иди на правый пополняться. Он думает, что мы здесь слева. Все, он уходит на правый фланг. Игорь, к тебе направо. Направо уходит, да? Да, ушел направо, да. К той кормушке. Правый. Иду сбежаться. Да, справа стреляет. Я его из виду потерял. Стреляет по мне, он в мою сторону стреляет. Пустые мешают. Он идет по полю. Он по полю идет посередине, да, с правой стороны кустов. По полю вижу. Отлично! Есть попадание. Готов. Есть. Все? Отлично. Да. Забрал я его все-таки в конце. Да, молодца. Я с своей стороны по нему полетел. Близко был, да. В общем, они также залазят на машины и смотрят, дают им... Ну а что, может быть... Не, я на всякий случай говорю, я на админке летал, сейчас смотрел. Ну слушай, интересно же все-таки. Я к тому, что если начнут обвинять, что вы там... Что, 2-0, да, получается, мы победили. Они на машине идут, бабла, быстро зарез нам этого King Tiger. Да нахуй, не, я не приветствую это. Ну вон, смотри, они к нам едут. Окей. Что, все? Я так понял, раз они едут к нам. Смотри, видишь, что творят? Давай, кинтайгера, быстрее. А я не буду. Победа. Я записал. Рез эти все на штыках хотят. Не. Это рандомный диск. На штыки надо купить другую карту, там, чтобы здания были и бегать надо было. А здесь просто поле прямо, здесь неинтересно. А другую карту надо будет все-таки делать. У меня есть задумка тоже. Отлично, да.
Так, что мы делаем? То есть я так понимаю,